В Большом зале администрации города Шадринска прошел учебно-методический сбор по подведению итогов работы руководящего состава по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году. На должном уровне проводилась работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению пожарной безопасности, по повышению устойчивости функционирования экономики. В уходящем году для снижения опасности на коммунальных системах жизнеобеспечения выполнялись работы по ремонту и замене систем водоснабжения, на которые было затрачено свыше 1 000 000 рублей. По состоянию на 20 декабря на территории города зарегистрировано 86 пожаров, в которых погибли 6 человек. 7 человек получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с прошлым годом количество пожаров увеличилось на 1%. Администрации Шадринска уделяется пристальное внимание к проведению мер противопожарной безопасности. Проведена уборка территории города, организации жилого сектора, в полосах отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей, от сгорания мусора, сухой травы, ликвидировано 53 несанкционированных свалки, 23 из них выделены. В целях проведения профилактической работы город принял участие в акции «Безопасный лед», в ходе которой были проведены рейды, классные часы, организованы занятия. Также город принял участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне, на которой особо были отмечены Шадринский автоагрегатный завод, больница скорой медицинской помощи, школа номер 13 и детский сад номер 3. Ну и по традиции на подведении итогов не обошлось без церемонии награждения. Благодарственные письма и дипломы за добросовестное выполнение обязанностей в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили руководители и сотрудники различных структур.